В Югре за сутки зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Больше всего новых пациентов в Ханты-Мансийске – 38. В Сургуте – 30 положительных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. В Урае – 16. У 91 нового пациента есть признаки ОРВИ. У 29 человек коронавирусу сопутствует пневмония. 27 переносят заболевания без симптомов. Также за сутки от COVID-19 вылечились 92 человека. Таким образом, за весь период пандемии в Югре 20 873 выздоровевших пациента.